организовали лодочную переправу, производим эвакуацию населения, переправу людей по необходимости, подвоз продуктов питания, питьевой воды, медикаментов по необходимости. Работает в штатном режиме, средства работает исправно. Люди обращаются? Самое необходимое, да, все есть, да? Все, да, да, все, все, смотрите. Все, картошка, морковка, все у вас здесь есть, конфеты. Да, все. Хорошо. Сейчас на переправе перевозим и в магазин продавец. Сообщение из Балашова. Там в дома тоже вода зашла? Пока нет. Нет. Подошла. На уровне. На уровне. Ну, во двор зашла. Ну что ожидаете? Ну сейчас вот стоит вода. Как бы уровень. Уровень стоит, да? Да, пока что. Ну, вот стоим вот туда сколько. Ну, где-то на сантиметр прибывало в течение часа назад. Ну там много воды. Много, да. Если что, в ночь будем увидеть. Наверху очень много воды. Так, Каюш. То есть здесь может вода подойти, прям в дом владения зайти, да? А туда как-то вода добирается, вот этой большой техникой, что ли? Ну, техника, вот у нас круглые сутки держит, вот МАЗ или КАМАЗ переправляет. Ну, техника, это мы перевозим, если нужно, там кого. Куда, да? Да, туда и оттуда. В доме водичку посмотреть. Да. Давайте посмотрим. Пройдемте, приглашаем вас. А, в доме там? Да. Недалеко. Ну, пойдемте. Поехали. Ну, поехали. Садитесь. Серьезно? Кто водитель? Давай. Поведете нас? Поведете. Поехали. Мы всех обследуем, обязательно поможем, я вам гарантирую. Сейчас он отвезет нас. Перевезти? Отвези. Вас двоих? Перевезу сейчас. Он развернется и перевезет. Давай, отвезите. Там ситуация-то не такая простая, как нам, как в этой ситуации нам поступить-то. Потому что я считаю, что ситуация очень сложная, и она будет усложняться. С учетом того, что оттуда идет очень большой шквал воды, и с полей тоже приток очень сильно идет. Поэтому там состояние подтопляемости очень такое неприятное. На грани критического уровня. Сейчас оперативную группу перебрасываем. Да. Сейчас сюда уже они пошли, вот сейчас сюда. Да. Сейчас оставляем ночь, если необходимость есть. Эвакуация. Начальник отряда у нас здесь. Если есть необходимость, то производим, будем проводить эвакуацию. Подготовим, значит, последствия временного содержания, приема тогда уже заранее нужно подготовить. Он оборудован. Люди, пожалуйста, могли предложить им что-то. Тепло, еду, белье, воду, там, медикаменты и так далее, так далее. Лодки будут дежурить так, цель кого-то привезти, кого-то плохо, кто откажется и так далее. То есть то же самое, как и работа родной сам. Сейчас начинаем буквально, сейчас хорошо. Уже в чисто. Нет, вот не дурная. Тут мотор не будет. Вот с крестнотенкой должна будет проплыть. Мы возьмем и мотор с собой. А, на моторе, весла. А куда дальше там можно на моторе? Там, ну вот мы где как, ну, вот сейчас посмотрим. Вот сейчас. Во дворе купаются.
Здравствуйте. Помощь нужна вам какая? А то если что, эвакуировать или что, звоните 01. Вас эвакуировать не надо? Нет, ну если полностью дом не затопит, то не надо. На, блин. А вам помощь нужна? Питьевой воды, да? Еще раз. Советские 44, нету питьевой воды, как понял. А у вас в доме, да, вода есть? Ну, в доме вода полностью. Да ну, вода вчера начала она интенсивно прибывать. Вчера с утра она начала хорошо прибывать. Но в доме еще не было. В доме сегодня пошло. Вам помощь какая-нибудь нужна, медицинская, продовольствие, у вас есть продукты? Да, за сутки магазин получил почти в два раза больше прибыли. Вздохнул вот сидит. Смотри. Вот он волну делает, это плохо.